ты пролегала, я на тебе дорога. 10 августа казаки нашей рождественской общины вместе с настоятелем храма Рождества Христова протоиереем Александром Игнатовым отправились в Свято-Георгиевский храм поселка Афипский для обмена опыта по возрождению православного казачества. Казаков радушно встретили настоятель храма протоиерей Андрей Бятец и афипские казаки. Благодарю отец Андрей за приглашение. Сейчас мы вместе с вами совершим молебен, в котором прежде всего испросим благословение земле нашей, чтобы Господь оградил ее от всяких врагов, видимых и невидимых, чтобы дал нам мир. Потому что без мира не может быть счастья ни в семье, ни в доме, ни в обществе, ни в станице, ни в городе. Давайте все вместе о мире Божьем помолимся. Господу помолимся, Господи, помилуй. Искрените в нас страсть самолюбия, добродетель же братолюбия, силою Пресвятого Своего Духа, вкорените сердцем сокрушенным. Господу помолимся, Господи, помилуй. От Господа мы все единен, в очистях наших. После молебна всех пригласили к трапезе. Специально к приезду наших казаков был приготовлен настоящий кубанский борщ. Гармония казалась к месту. Казаки спевали задорные песни, угощаясь вкуснейшим клубничным компотом. Ведь для радости от встречи не нужны никакие горячительные напитки. Христос посреди нас!